Captain. Привет, сегодня меня курьер разбудил. Кто там? А что, посылка? Да, сейчас. Не то чтобы я его не ждал, конечно, я ждал его. В конце 90-х появился фильм «Блейд». Там была такая главная тема, где в клубе вампиры пили кровь. И музыка оттуда была такая синтетическая. Да и слов таких даже не знал. Синтетическая, какой-то техно или что-то. В общем-то, полный туман вообще в понимании того, что это было. Сейчас понятно, что миф развеялся, но тема до сих пор не отпускает. И когда я увидел вот эту вот желтую дизайнерскую обложку этого Берлингера, я думал, что надо купить, попробовать. Программируется сложно. Придется с ним повозиться. Но звук мне нравится. Оригинального у меня нет, конечно.
но у меня есть Bass Station от Novation, тоже тех 90-х годов. Потом, может быть, сравню по звуку. Но первое впечатление очень крутое. Пока.